Всем привет, кто подходит. Начинаем игру против Гунара. Пока народу сильно немного, комментировать не буду, только папашки подтянутся, сразу начнем. Так буду только по мелочи. Играем с 6LM10. Conflux на Inferno. Первая генерация. Рестартов не было. Противнику сдало луну. Ну, играем, можно. English comments, no thanks. My English is bad и из огорчений. No. Thank you.
Но по ним показывает Неру, в принципе, ничего такого нет. То, что могло ему зайти, уже зашло со старта. Я не думаю, что он будет так сильно делать упор на Луну. Поэтому, в принципе, Луну в его исполнении я не особо боюсь. Посмотрим, что нам сдаст. В средней дороге большой разбежки не получится, развилки нету близкой. То есть опять респ из ништяков, но они что-то где-то прям далеко. Если внизу так проходик будет, еще как-то можно будет. А так, в принципе, ну, золото накидали, героя еще одного купим. Так не особо. Что-то походу все папашки сегодня спят, что-то не сильно много народу, хотя стримов по героям нету других. Рождество как раз инферно. Ну уж извините, в турнире я замок выбрал, тут уж не могу поменять. Но сегодня у меня как раз есть возможность играть и стримить. Не знаю, в ближайшие дни, особенно после праздников, будет ли такая возможность, затрудняюсь ответить. Ну, скорее да, чем нет. Посмотрим. Моя задача за праздники как можно больше игр отыграть. Хотя бы 3 полностью сыграть уже хорошо было бы. Начата партия с Таганашем на сейве. Вторая неделя начала партия с Кингером на Джебет. Первая неделя конец. То есть, может быть, есть вероятность добить каждую в 2 захода. Ну и здесь тоже 6 LM10. По поводу шаблонов в этом турнире мне что-то не сильно разнообразие меня жалует. Все сводится как раз к банальным 6LM10. Ну, раз оппонент настаивает, у меня это единственная возможность, наверное, отскочить. Давай, давай, айва там нагнешь и из группы, глядишь, выйдешь. Насколько я помню, регламент: из группы выходят 4 человека, 2 в верхнюю сетку, 2 в нижнюю. Посмотрим регламент. Сколько всего листать. Так. Не то все. Тут почему-то не, может, мне не по глазам. Может, просто не прописано. Ну да ладно, ладно. Приступим к игре. Окей, противник решил заиграть раздачу, но, возможно, думает, что если
Я увижу луну, сразу же возьму рестарт. Ну что тут как-то это... О, да тут все намного проще. Тут изи рестарт, тут даже и вопросов быть не может, что, мало того, что генерация сомнительная, так еще и это, еще и единороги упростили. Захотел красным цветом играть все игры, не получится так. Так не получится. Странно, что он вообще против термина. Ну, черкаться все папашки. Так, смотрим, чем какой герой ему выпал. Брис, да? Октавия. Шикарно. Змейки есть. Змейки нет, это плохо. Так. Тут какая-то муть. Ай, блин! Что-то мискликнул жестко прям. Привет всем. Так. Блин, ну мисклик, конечно, жестко сундук. Прям очень пригодился бы. Пятерочку поставим. Так.